Здравствуйте, уважаемые телезрители! Юго-Осетинский государственный университет начал учебный год с торжественной линейки в честь первокурсников. Торжественное действие началось с минуты молчания по жертвам Бесланской трагедии. Ректор ЮГУ Вадим Тедеев выразил благодарность первокурсникам за то, что для получения высшего образования выбрали Юго-Осетинский государственный университет. В этот день, 4 сентября, когда мы открываем торжественную линейку, бывает некое такое двоякое чувство. С одной стороны, чувство радости, чувство праздника, но с другой стороны, некая грусть, когда мы провожаем наших пятикурсников. Я бы очень хотел, чтобы те наши выпускники, которые в этом году уже входят во взрослую жизнь, я бы очень хотел, чтобы они нашли себя, чтобы они нашли соответствующую работу по специальности. Мы будем всегда их рады видеть в стенах нашего университета. Дорогие студенты, дорогие первокурсники, каждый день 4 сентября, в начале учебного года, первое, что я говорю, это слова благодарности именно в адрес тех первокурсников, которые выбрали для получения высшего образования наш университет. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы приход ваш в наш университет и ваш выбор был оправдан. Президент государства Алания Алан Гаглоев пожелал первокурсникам легких дорог. Обязательно воспользоваться отведенными годами учебы для получения знаний, чтобы в будущем быть востребованными специалистами, в которых всегда нуждается государство. Заслуженный художник России и Северной Осетии, народный художник Южной Осетии Николай Дзукаев поблагодарил руководство университета за приглашение участвовать в столь значимом для каждого студента и сотрудника вуза мероприятии.
В первый день начала учебного года профессорско-преподавательский состав и гостей ждал приятный сюрприз. Открытие установленного перед головным корпусом йогу бюста великого сына осетинского народа Костахи Тагурова в исполнении известного скульптора Николая Дзукаева, который был подарен университету предпринимателем Леонидом Гаглоевым по просьбе ректора Вадима Тедеева. Первокурсников своим творчеством порадовали старшекурсники, исполнив величественный плавный танец приглашения и несколько песенных номеров. Хорошего, чтобы наши дети нормально учились, как положено, получили образование и нашли свой путь в жизни. Воодушевленные первокурсники с нетерпением ждали, чтобы наконец-то попасть в свои аудитории, познакомиться со своими преподавателями и поближе узнать своих сокурсников. Любая информация, которую вы будете слушать, она все равно у вас будет откладываться. На кафедре журналистики работают замечательные преподаватели, среди которых много профессиональных журналистов. То есть у нас еще хороший практический бэкграунд, да, там Ирина Викторовна возглавляет редакцию газеты «Курс» Арина Стина, говорящая единственная газета у нас. Я практикующий журналист уже больше 20 лет. То есть мы готовы делиться с вами своими знаниями, навыками, всем тем, что мы знаем, и очень надеемся на обратную связь. Один раз у нас в школе был такой проект, где надо было просто принять участие, якобы ведущий, И я просто так училась, что меня взяли, и потом как-то меня это заинтересовало как-то, и я хотела попробовать себя в этом, и поэтому решила. И первый день тебе понравился? Да, первый день очень понравился. Очень приятный коллектив, и учителя тоже очень приятные. Первый день в Югостинском государственном университете и сразу насыщенная программа по ознакомлению с жизнью и деятельностью вуза. Чтобы быстрее освоиться с новыми реалиями студенческой жизни, на помощь пришли их кураторы, организовав им ознакомительную экскурсию по университетскому комплексу. В частности, куратор первого курса специальности промышленное и гражданское строительство ЙОГУ Илар Кугаев провел своих новых подопечных по всем корпусам университетского комплекса, рассказав им о жизни и деятельности университета, ознакомил с работой структурных подразделений вуза. В музейном комплексе ЙОГУ первокурсники с неприкрытым интересом разглядывали экспонаты. Выставка уникальных кукол не оставила равнодушной даже ребят. Мохобун университет сам фетсокбун, манин назардама тенг фатсадис, окуттуйна экскурсия, паде тенгдар назардама фатсадис, сарте музей тенг цемадисун орестесте, цмо цагайтасте уйоу зененц. В музейном комплексе будущие строители пересеклись с айтишниками, студентами специальности прикладная математика и информатика с куратором Зариной Бесаевой. Позитивные эмоции, впечатления тоже отличные. Очень красивый университет на самом деле. И понравилась сама сфера деятельности. То есть у нас сфера программирования. И мы втроем заинтересованы в изучении нескольких языков даже программирования. Довольно интересно. Главное саморазвиваться на самом деле. Мы уже знаем, что мы будем делать. Съемочная группа Йогу ТВ присоединяется ко всем пожеланиям, которые прозвучали в этот знаменательный день в адрес первокурсников. Пусть каждый из них найдет себя в жизни во имя будущего. На августовской педагогической конференции в Цхинвале обсуждались вопросы дошкольного среднего образования, стоящие перед обозначенными республиканскими образовательными учреждениями. Министр образования и науки Аслан Лулаев рассказал о готовности среднеобразовательных учреждений к новому учебному году. Добро пожаловать, уважаемые делегаты и гости республиканской августовской конференции педагогических работников Республики Южная Осетия. Ваша работа имеет огромное значение, и я хотел бы поблагодарить всех вас за ваш неоценимый вклад в будущее наших детей и республики в целом. Большое спасибо. Задачи, стоящие перед системой образования нашего государства, всегда были и будут связаны с достижением высокой планки качества образования. В системе дошкольного образования республики функционирует 26 дошкольных образовательных учреждений с общим контингентом учащихся 2716.
Из них в городе функционирует 19 детских садов, 2277 воспитанников. В Тарасовском районе 2 дошкольных учреждения, 142 воспитанников. В Знаурском 2 детских сада, 111 воспитанников. В Схинвальском районе 1 детский сад и 1 школа с дошкольной группой, 88 воспитанников. В Ленигорском районе 2 детских сада и 1 школа с дошкольной группой, 98 воспитанников. Количество педагогических работников в дошкольных учреждениях составляет 368 человек. Из них в городе Схинвал 291, в Схинвальском районе 16, в Знаурском районе 14, в Заарском районе 28 и в Ленигорском районе 19. В системе образования функционирует 47 государственных образовательных организаций, 2 негосударственные школы и 1 кадетская школа, подведомственная Министерству обороны Республики. В Заарском районе 8 школ, в Схинвальском районе 10, в Знаурском районе 8, в Ленигорском районе 9 общеобразовательных школ. Количество педработников в школах Республики 1320 человек. Из них в городе Схинвал 723. Одной из серьезных задач, стоящих перед школой, как и перед всей системой образования, является проблема профессиональной ориентации учащихся, которая находится в центре внимания. Руководители учебных заведений в своих выступлениях отмечали готовность к началу учебного года, вопросы, требующие незамедлительного решения, планы и перспективы, новшества, которые запланировано внести в учебный процесс. Проблема выбора профессии стара как мир, и ежегодно на рынке труда идет обновление профессий. Если раньше верхушку рейтинга сохраняли юриспруденция и экономика, то сегодня набирают обороты прикладные направления, менеджмент, графический дизайн, инженерные направления. Но не всегда родители выпускников могут помочь своим детям выбрать верное направление. Поэтому задача школы состоит в том, чтобы создать нашим учащимся предпосылки для правильного выбора, научить их думать продуктивно, ставить цели с перспективой на устроенное профессиональное будущее. Решение вопросов профориентации для Схинвальского многопрофильного колледжа всегда было одной из приоритетных задач. Работа в этом направлении началась уже в 2013 году. В связи с тем, что производственные мастерские еще не были введены в эксплуатацию, профориентационная работа велась в пределах учебного корпуса. С 2018 года профориентационная работа вышла за территорию колледжа. Проректор по воспитательной и профориентационной работе Юго-Остинского государственного университета Инна Цхавребова рассказала о профориентационной работе с общеобразовательными учреждениями республики, отметила высокий уровень взаимодействия министерства и вуза. Одной из приоритетных задач деятельности высшего учебного заведения является профориентационная работа с учащимися среднеобразовательных учреждений. Положительные итоги работы приемной комиссии нашего университета в первую очередь возможны благодаря грамотно проведенной профориентационной работе. Для организации и проведения работы по данному направлению привлечены ведущие специалисты профессорско-преподавательского состава, кафедры, студенты. Юго-Остинский государственный университет практикует такую форму профориентационной работы, как презентация специальностей университета для старшеклассников школ и учителей, а также родителей, которые, как уже было отмечено выше, оказывают решающее влияние при выборе вуза и профессии. По независящим от нас причинам пандемии и начала специальной военной операции, которые имели место последние годы, этот процесс был временно приостановлен. Но в наступившем учебном году обязательно мы его собираемся возобновлять. В планах университета также проводить дни открытых дверей на каждом факультете с учетом опыта прошлых лет. Также в новом учебном году мы планируем создать по каждой специальности группы лекторов из числа ведущих преподавателей, которые будут проводить в школах встречи с будущими абитуриентами, показывая на своем собственном примере и примере других возможность правильного выбора профессии. В своей профориентационной работе университет не может обойтись без Министерства образования и науки, без помощи директоров школ и учителей. В ЮОГУ есть приоритетные направления, на которые с каждым годом подают заявления все больше абитуриентов, и их большинство в перечне специальностей. Но, к сожалению, абитуриентов, которые хотят получить образование по равным для нас специальностям, остинские языки и литература, русские языки и литература, недостаточно. Делается многое для привлечения сюда абитуриентов. И в первую очередь дополнительное стимулирование именными стипендиями студентов данных направлений. Но, как показывает динамика последних лет, этого недостаточно.
И в этой связи руководство ЮГУ обращается с просьбой в Министерство образования и науки и конкретно каждому учителю остинского языка и литературы, русского языка и литературы, чтобы в каждом классе подготовить хотя бы одного ученика, который бы захотел пойти по стопам своего учителя. Инна Цхавребова в своем выступлении подчеркнула, что с нового учебного года профориентационную работу ВУЗ планирует проводить и за пределами республики. В этом году мы планируем возобновить наши выездные презентации по районам республики. И впервые за историю нашего университета планируем выехать в Северную Осетию и Карачаево-Черкесию, где компактно проживают остины. Здесь также необходимо содействие Министерства образования и науки Республики Южная Осетия и Министерства образования и науки Республики Северная Осетия Алания. В последние годы много учеников разных классов школ республики посещают университет с ознакомительной целью. Особенно часто они посещают музейный комплекс ЮГУ, ставший достопримечательностью, не побоюсь этого слова, всей Южной Осетии. В этом направлении можно продолжить работу и с большей эффективностью. Отдельное направление, в котором работает университет по профориентации, это освещение деятельности вуза в СМИ и соцсетях. Этим вполне успешно и грамотно, и активно занимается коллектив ЮГУ ТВ. Подытоживая свое выступление, хочу отметить, что в последние годы растет интерес абитуриентов к нашему университету как к вузу, способному предоставить все условия для получения высшего образования, а также общего развития. Это и спортивные секции, и возможность участвовать в ансамблях хореографическом и вокально-инструментальном. Радует, что из года в год все меньше выпускников покидают нашу республику для выбора вуза. И сегодня на вступительных экзаменах в качестве абитуриентов мы видим не только выпускников школ Южной Осетии, но и школ Российской Федерации, Абхазии и других государств. В преддверии нового учебного года мы желаем участникам конференции, всему педагогическому сообществу республики больших успехов и надеемся на нашу дальнейшую совместную плодотворную деятельность. Спасибо. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев в своем выступлении подчеркнул самые животрепещущие вопросы, требующие незамедлительного решения и мобилизации каждого. مجیب در فستم من اکوم مثل لخسته کنم سنی یارجت همسن جورم آدونو من آردستم شمر شو و من نه بالنیچو اک آخل اسلام کنم من منه کشی کانترکت کویس کتا یو سوالون در نه کانترکتای نال آردید چستم شالم میان یارجت هر فستوی فونجاز که سخور کن و ادر شوجی می ارای گرم بسته فونجاز ود در باکوش چینی یو سوالون در ناروید چستم ایرن چی قکن آویسته قکنه خود ما جوهیم بایده آشو تکه من آخراد خواهد گیاغرافی برده بون سران اومدتم اوش آخر گنج تل کد تخسم افتم اینه بالنیتا تا تخسه پیدیاتر تل خیرورگ تل ریانیماتولوگ تل آنستزیولوگ تل من هم آشی از من از اشم از زاک آزایر روستم اردیناتورا نفلا اکادیمیا چی فشی او دونر شده است مجه شب پارو دی خیرورک تا دوار ریانی ماتولک تا ما یو تا پامون نگنن یو آده مکفره دیون آناستزیولک آل غزون در سبت تم شما این ما آل از دخوی مثل هم کسته بنات رو تم آفتا گنن نی نما یا نفدله نما نسرخش جین و ما او مومن استوت میان فکسا او مومن ویم بایده مجه ود ما چیز او پیتنی دختور تا ها دون مخن کواز دخوی پروبلم ما شایمی داگیم وی من ویسفیر آمدار خب ای وردم جورم بایدویم نینم نینم مکس سارم بایدویم و تا ایو ایو تا آخه مسلوویت آرازم بایدویم شمه هاش فسی و چستوی مفستم آشه بود مثلا
Мы жаджик аумашам бойдем к бейслону центрме. Мы умыс беззым бойдем, чем нынне беззым бойдем. В завершении Алан Гаглоев поощрил ряд работников образовательных учреждений высокими государственными наградами. Также были поощрения ведомственными наградами Министерства образования и науки. День 15-летия признания независимости Южной Осетии в республику была приглашена Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Одним из важных пунктов рабочей поездки детского омбудсмена стал визит в Юго-Осетинский госуниверситет. В сопровождении коллеги уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Элиты Джиоевой Мария Львова-Белова встретилась с ректором ЮГУ Вадимом Тадеевым. Рад вас видеть в стенах Юго-Осетинского госуниверситета. Я думаю, что у вас останутся самые благоприятные впечатления после визита в наш университет. Тем более, что вы как раз приехали в то время, когда у нас открылась уникальная выставка кукол. Дело в том, что лучшие мастера Осетии, 14 мастеров, которые выставили свои вот, экспонаты, свои куклы, они очень интересные. Я сделаю все возможное, чтобы в это кратчайшее время вы успели и музейный комплекс посмотреть, да, и, конечно же, попорадуем вас и вкусом осетинских пирогов. Омбудсмену РФ по правам ребенка интересна специфика работы университета, поддержки детства и юношества. Очень гостеприимная республика, потрясающий народ, добрый, открытый, искренний, такой какой-то улыбчивый. Нет ощущения, что ты в гостях, есть ощущение, что ты как бы дома. Достопримечательности университета и экспонаты музейного комплекса ЮОГУ Марии Львовой-Беловой показывает лично ректор Вадим Тадеев. Экскурсия проходит в экспресс-режиме, ведь дальше запланировано важное и интересное мероприятие – встреча с детьми и мастер-класс по изготовлению символа осетинской кухни – знаменитых пирогов. Благодаря компьютерной обработке воссоздали полностью, даже вот шрамы на лице. Это все было, как и было на самом деле. В зале столовой делегацию из Москвы встречают дети. Среди них и дети из Донбасса, проживающие на данный момент в Цхинвале. Все вместе отправляются на кухню. Детский омбудсмен при мудрости приготовления осетинских пирогов схватывает на лету. После демонстрации самостоятельно формирует пирог по всем канонам, помогая сделать это и детям, участвующим в мастер-классе. Пироги отправляются в печь. Я фанат осетинских пирогов, на самом деле, очень сильно люблю. И регулярно, когда приезжаешь, например, в Северную Осетию, да, но и в других кавказских республиках, периодически там этим угощают. Мне всегда было интересно, как это так. А попробовать мастер-класс именно от девочек, да, еще пока молодых. Сейчас вот общались с вашим ректором, да, понимаем тот уровень образования, который дается в университете по разным специальностям на бюджетной основе. Это то, о чем можно только мечтать, да, что у каждого подростка есть возможность поступить на разные специальности, там, педагогические, юриспруденция, и, собственно, остаться потом, развивать свою республику. Это очень ценно, что у вас на территории Цхинвала есть такое замечательное учебное заведение. Минуты ожидания проходят быстро. И вот уже дети, уполномоченные по правам ребенка за интересной беседой, пробуют свои первые самостоятельно приготовленные осетинские пироги. Сори Ростон хат барзинят бану майна фента самаз барак бунен сетан республика мац ченг дай хун дар седест турка гират мина варта ва донор вел хат дар сарах сез гунай фавазак ва ин саф далта бастам нар дар арф тина ан гарантанин бахс дай хус Сори Ростон фаца хадун университет баст хай музеон комплекс ахор гарандона исан гордераз турка гожет има мавадест хус Сори Ростон фасара ин ақат дакт министрада кушт тавадун сез дар зона лакат кут дай сем ту гадаман музей ма бахизан واجدت الزرديق سلامی مسن بلدست پروفسور پلیت گاسر اما موزه کوشته تکاسات فاطمه اما بیتیت اینا وی خامت
кук дофт кодершеди. Хамицет кук сам хамицет кук одофто ми афто одофто тен кхайрак фали туй. Норти я сахима дар наистуй. О хамла годи. Фала масен оле федев зарджиня торсто. Фала сен юва и хото хостер покутто тен кзанджанеди. Кук афто одофто ма джифаттер на розенди. قار مخاز در دمق ارگن واس آتای دا غواجده تا اما فسمتم زوری نکبیره رستک تا نعامونه سیگر اون سمه دیسنیم بخصد خوصاری رست و نفساره اینا قدتک مینیستراد اخست بارج مینوار تورک خوصی تا بورخان اما تورک ایرت ناتیون گلدورون اخسانات آلان تا مینوار قوصات خایری قد ترگوی تا موزیه پدل تا چاردوک فینگه آف تراف دست تزالو و وقت دیساج اکسپانات تا فینگه کادکن اکسلان تا گا خانار تا کارجت سردون گستا اما اندر تا فلگنس تا سمسف زرد کتوی والمونز قده تا اما انگارن تا تنگ بوجنگیشتی مم فندتی تنگ خوشاری رشتون در فینن مفیتون تنگ بوجنگ دن عرف کن آل پتزخد دردن خوش شری رشتون آدم اندر که تن بیر جنزینت تفیتوی ما نیانم وقتوی شه بشته خوصی تا بورخان ماراز در دروت خود ساری ردوان او دماز پاد ساخدون اونیورسیتی دواده بستخای امنره و انکره دیمه دارد که لونسوی بانسان کنگزاخ تا که چه و رازمهی رستون. ایش شاگه کشن نه موزتم اونیورسیتم آسه اونیورسیت اج دوامین آو دماجه و تن فتساخد و اندر خجوان و دی فلا خشت گرزی یک فاشیسته نکات توی عصب خطریه دپنات نگهی که اشارش توی اما افتاد شوده که فیتون وی من تنگ اخشش گونو اما چی آرخایت تا چی اشارش تو تو نیشتر بودنگ اش اردم کربات سون اما افتاد رشوق زینت تا کتفینن ود شرش در وین نفدلت بشتیم که شنبت نومن اما اون اشتر بودنگ شغل خاص ما قبول خطا خاص کنم که در این تغییر وقت تا نیم باز به نیم گرد تا کنم در خست کنم چون اشتر با فکر